исполнительный директор общероссийской общественной государственной организации «Российская военная А я говорю, блин, а я что, мне надо палочку. Так, меня чтобы не видно было. Да, я понял тебя. Опа, нас запалили капитально. Так, главное минирование обозначить пасками. Смотри, зона разминирования. Хорошо, вставайте в районе. Ко мне доложиться. Так. Понятно. Давайте на руках, на руках, на руках, на руках. Специально не высовываться.
нам приходит роза. Вершенный отряд вынужден отстоять. Огонь! 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 Огон
пользу. Я... Так, ребятки, с пулеметом, вот этот фланг, пошел. Ребята, нас окружили, не сдадимся. Победа будет за нами. Нет, круговую оборону. Все в круг. Круговую оборону. Быстро взялся, да.
Выкер выкинула на победу. Работаю. Хорош. Одна на всех. Одна на всех. Сущий и боющий я кровать. Эх, ребятца, уступать. Мя на рейхстаг. Шесть! Ган! Ган! Шайзе! Алекс! Шайзе! Стойте! Бан! Шайзе! Ган! Шайзе! Я-я, натурлик! Сколько заветных платочков носим шинелем с собой. Нежные, очень девичьи плечи помнят. Фотограф! Фотограф! Чили мы еще. Заград отряд? Какой? Давай, давай, стирайся. Светлый залет. Обнюхивай! Идет! Давай, Пёша, беги! Пёша, топай! Было несколько попыток в этот день его погасить. Я целели и другими бойцами, которых не удалась эта попытка вывести из строя пулеметчика. Вот. У Матросова почти получилось. Бросок гранаты и в какой-то степени вывел из строя пулемет. Но в то время, когда часть пошли дальше на вступление, пулеметчик там в доте либо поменялся, либо тот немножко пришел в себя, снова начал открывать огонь. А его товарищи находились уже в непосредственной близости у дота. И у него не оставалось просто другого выбора, как пойти на такой крайний и очень героический поступок.